видите, я в гиподерме. Я в гиподерме, я не под мышцей. Если я была под мышцей, вы бы контурирование иглы бы не увидели. Здесь я могу себе позволить поработать в гиподерме. В носослезной борозде нет. Почему я работаю именно в гиподерме? Мне надо, чтобы препарат ровно лег. И скрасил, сгладил вот этот вот нехороший переход. Даже если будет гиперкоррекция, нам это будет еще выигрышнее даже.